Акция носит информационно-пропагандистский характер, но вместе с тем в первый день мы предполагаем провести и мероприятие профориентационной работы. Наша акция нацелена прежде всего на категорию подрастающего поколения, а именно выпускников, точнее говоря, студентов выпускных курсов средних учебных заведений Череповецкого государственного университета, а также для жителей города Череповца, кто на сегодняшний день еще не, скажем так, созрел в своем профессиональном выборе.